На Мазырскім нафтаперапрацоўчым заводзе праходзіць маштабная мадэрнізацыя. Зараз у стадыі рэалізацыі вялікі інвестыцыйны мегапраект – комплекс гідракрэкінгу цяжкіх нафтавых рэшткаў. Якія перспектывы адкрываюцца перад прадпрыемствам пасля яго ўвядзення і якія далейшыя планы МНПЗ, пацікавіліся нашы карэспандэнты. Мазырскі нафтаперапрацоўчы завод быў пабудаваны ў 70-х годах мінулага стагоддзя і з таго часу перажыў некалькі этапаў мадэрнізацыі, задача якіх, па сутнасці, заўсёды была падобнай – адпавядаць патрабаванням часу і выпускаць прадукцыю, якая запатрабаваная на рынках. Праўда, праект, што рэалізуецца зараз на прадпрыемстве, называюць не інакш, як з прыстаўкай «Мега». Новая вытворчасць дазволіць павялічыць глыбіну перапрацоўкі сыравіны сённяшніх 80-90%. Это уже является практически мировым уровнем, 90% глубина переработки. Да, ну, естественно, мы не собираемся останавливаться на текущем этапе развития, думаем о дальнейшем развитии предприятия, думаем о направлении развития. Есть у нас варианты строительства новых технологических объектов, которые также будут повышать эффективность деятельности предприятия. Реализация мегапроекта началась в 2015 году. Плануемый термин завершения – 2021. Кошт – амаль 1 миллиард 400 миллионов долларов. Причем с бюджету на это будаўніцтва не протягнули ни рубля. Усе работы ведутся выключно за уласные сродки и кредитные ресурсы. Нават при самой несприяльной ситуации на рынках проект повинен окупиться не за 8 годов, але, верогодно, здарыцца гэта у больш стиплые термины. Во всяляким разе на МНПЗ плануют выраблять только запотребованную продукцию. Реализация данного проекта для Мозырского нефтеперерабатывающего завода позволит нарастить выпуск дизельного топлива, нарастить выпуск автомобильного бензина, также увеличить такой компонент, как гидроочищенная вакуумная газоль, и освоить производство низкосернистого мазута с содержанием серы не более 1%, который можно в дальнейшем использовать как котельное, либо судовое топливо, в зависимости от требований рынка. У операторской, откуль будзе ажыццяўляцца кіраванне усімі вытворчасцямі, зараз у тэставым рэжыме праходзяць выпрабаванні ўжо змонтированыя сістэмы. Пакуль тут установлена каля 100 монітораў, але па меры выканання запланаваных работ іх колькасць будзе павялічвацца. Па сутнасці, новы комплекс гідракрэкінгу цяжкіх нафтавых рэшткаў – гэта завод у заводзе, які складаецца з трох вытворчасцяў – вадароду, серы і непасрэдна перапрацоўкі сыравіны. На сёння готовность розных объектов от 76 до 98%. Об складанасці работ и мерах безопасности можно мерковать по таким факте. Для того, как заработать усяго один шоу на трубе с его наступным рентгеновским и ультрагуковым контролем, необходимо 65 годин. Напроканцы наведывания предприемства наши корреспонденты потекавились выкананием сёлетних планов и перспективами МНПЗ на гэты год. Наше предприятие работает в плановом режиме. Мы выполняем все производственные показатели, и предприятие обеспечивает устойчивую работу и переработку всех объемов нефти, которые поступают на завод. По итогам 8 месяцев мы сработали достаточно успешно, и результаты работы предприятия положительные. Перспектива: мы нацелены на выполнение всей производственной программы по итогам года, та, которая у нас отмечена в бизнес-плане. Олег Сентеров, Наталья Волынец, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».